Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Valabha Girivara Dari. Jaya Gopi Jana Valabha Girivara Dari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yamuna Chiravanachari. Yamuna Chiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Valabha Girivara Dari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Chiravanachari. Yamuna Chiravanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Хлопаем, хлопаем. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Шрила Прабхупада Ки, Грантарад Шримад Бхагаватам Ки, Нитай Гур Премананде. Спасибо вам большое. Классный был киртан. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Бхагавате Васудевая. Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритям, Нарам чайва наротамам, Дживим сарасватим вьясам, Тоджая мудирае, Нашта праешва бадришу, Нитям бхагавата севая,
Бхагаватютама шлоке. Бхактир бхавати найштики. Шрила Прабхупада ки. Харе Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем с вами изучать вместе Шримад Бхагаватам. Сегодня у нас 4-я песня, глава 20, текст 29, если не ошибаюсь. Да? И 30. Сегодня у нас 29. Там 30. Но сегодня у нас 29. Или все-таки 30. Какой текст? 29. Все, тогда надо там перемотать, а не здесь. Чтобы не было недопонимания. Окей, мы читаем с вами 4-ю песню, 4-ю главу. Текст 29. 29-й текст. Итак, мы прочитаем перевод. Дословный перевод. Санскрит. Баджантатха тва мата эва садхаво. Банджатятха твам атас эва садхаво. Вьюдаста мая гуна вибрамодаям. Вьюдаста мая гуна вибрамодаям. Бхават падану смаранат рите сатам. Бхават падану смаранат рите сатам. Нимитта маньят Бхагаванна видмахе. Нимитта маньят Бхагаванна видмахе. Баджантатха твам мата эва садхаво. Вьюдаста мая гуна вибрамодаям. Бхават падану смарана трите сатам. Нимитта маньят Бхагаванна видмахе. Баджантатха твам мата эва садхаво. Вибаста майя гуна вибрамодаям. Ватпадану смарана трите сатам. Бхагаванна. Матаджи, пожалуйста. Баджанти. Они поклоняются. Адха. Поэтому. Твам. Тебе. Ата эва. Поэтому. Садхава. Все великие святые, вьюдаста, рассеивающие, майя гуна, гуна материальной природы, вибрама, заблуждение, удаям, порожденные, бхават, твои, пада,
лотосные стопы. Анус маранат. Постоянно помня. Рите. Кроме. Сатам. Великих святых личностей. Ним митам. Причина. Аньят. Другая. Бхагаван. О, верховная личность Бога. На. Не. Видмахе. Я могу понять. Не могу понять. Непростой текст. Не могу понять. Перевод комментарий его божественной милости. А че Бхактивиданта с вами, Шрила Прабхупада? Джай. Великие святые, освободившиеся из материального плена, служат тебе с любовью и преданностью. Ибо только занимаясь преданным служением, можно избавиться от иллюзий материального бытия. О мой Господь! У освобожденных душ нет никаких других причин искать прибежище под сенью твоих лотосных стоп, кроме того, что они не могут перестать думать о твоих стопах. Комментарий. Карми, как правило, трудится для того, чтобы насладиться плодами своего труда и окружить удобствами свое материальное тело. Но у гьяни подобная деятельность вызывает отвращение. Они знают, что являются духовными душами, и потому не имеют к материальному миру никакого отношения. Осознав свою духовную природу, гьяни, которые действительно обрели знания, должны предаться лотосным стопам Господа. Вот такое утверждение. Гьяни должны предаться. Как сказано в Бхагавад-гите 7.19. Бахунам джанмана анте. Бахунам джанманам анте. Пока человек не стал преданным Господа, процесс его духовного развития нельзя считать завершенным. Поэтому в Шримад-Бхагаватам сказано, что атмарамы, то есть те, кто находит удовлетворение в самих себе, не подвержены оскверняющему влиянию гун материальной природы. Пока человек находится под влиянием материальных гун, особенно раджаса и тамаса, его будут постоянно обуревать вожделение и жадность, которые заставляют его трудиться день и ночь, не разгибая спины. Ложное эго, навязанное живому существу гунами материальной природы, вынуждает его беспрестанно переселяться из тела в тело, нигде не находя покоя. Осознав это, гьяни прекращает всякую деятельность и принимает карма-саньяс. Однако и это не приносит ему полного удовлетворения. Постигнув свою духовную природу, гьяни, умудренный опытом материальной жизни, начинает искать прибежище под сенью лотосных стоп Господа. Только тогда, получив возможность постоянно созерцать лотосные стопы Господа, он обретает удовлетворение. Поэтому Притху Махараджа заключил, что освобожденные души, вставшие на путь преданного служения, достигли высшей цели жизни. Если бы высшей целью было освобождение как таковое, у освобожденных душ не было бы никаких причин становиться на путь преданного служения. Иными словами, атмананда, трансцендентную природу, не трансцендентное блаженство, которое испытывают те, кто осознал свою духовную природу, не идет ни в какое сравнение с тем блаженством, которое приносит душе преданное служение лотосным стопам Господа. Поэтому Притху Махараджа решил, что он будет постоянно слушать повествования, прославляющие Господа, и таким образом сосредоточит ум на его лотосных стопах, ибо это и есть высшее совершенство жизни. Конец комментария. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам йена тасмай шри гураве намаха.
Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Ена Бутале Своям Рупам Кадамахьям Дадати Свападантикам Вандыхам Шри Гурун Шри Юта Падакамалам Шри Гурун Вайшнавамшча Шри Рупам Саграджатам Сахаганар Гунатхан Витам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакан Витамшча Хей Кришна Каруна Синдо Дино Банду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранге Раде Вриндаванешвари Вришабану Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпата Рупьяща Крипа Синду Бьяевача Патита Нам Паване Пьо Вайшнаве Пьо Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, 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 Харе 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 Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, 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 Харе 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 Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе Шрила Прабхупада Кей Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримате Бхакти Веданта Свамини Тинамине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пащатя Дешатарине Харе Кришна, дорогие преданные. Я так скучал, на самом деле, по вам. Спасибо большое, что пригласили. Я очень рад этому, этой возможности, этому шансу быть вам как-то полезным. Вот. Мне очень не хватало также его божественной милости. Аче Бхактивиданты с вами Прабхупады в такой форме, в которой он здесь у нас проявлен вашими. Он здесь такой отреченный, суровый и вдохновляет нас на то, чтобы мы проповедовали, чтобы мы сильно не привязывались к материальной жизни. Вот. Сегодня мы читаем с вами удивительное священное писание, оно называется Шримад Бхагаватам. Поэтому я уверен, у вас будут сегодня вопросы, но они будут заданы сегодня после лекции. Хорошо? Можно будет ко мне подойти просто после лекции. То есть в 9 часов ровно я закончу. Вот ровно за 30 минут. Вот. Чтобы мы не тратили на это время. Вот. Потом индивидуально пообщаемся. Вот. Вот. Главное Бхагаватам. Итак, мы читаем с вами удивительную песню, четвертую. Как эта песня называется? Кто знает? Как? Стханам. Это что в переводе? А? Творение? Четвертый этап творения? Интересно. А глава как у нас называется? Появление Господа Вишну. А где он появляется, знаете? Он появляется на жертвенной арене. А на чьей жертвенной арене появляется? Он появляется на жертвенной арене самого Притху Махараджа. И сегодня мы поговорим с вами немного о том, что это была за личность Притху Махараджа. Также о том, какой вот здесь вообще заложен смысл в этой главе. Этой главе. Ну, как мы его можем понять просто, субъективно. А, здесь вообще рассказывается о том, что Притху Махарадж одержал победу. Он одержал победу. Это победа. То есть он так или иначе, выполняя свои обязанности, стал могущественным царем, и он был признан. Он был признан всеми полубогами и самим Господом Вишну. То есть для нас победа – это не что-то такое, что мы думаем. Мы думаем о том, что победа – это стать каким-то продвинутым,
Может быть, мы думаем, что победа – это достичь какого-то благосостояния или достичь каких-то материальных успехов. Люди так часто думают. Но Притху Махараджа одержал другую победу. У него была одна цель – удовлетворить Господа, выполняя свои обязанности. И здесь мы можем заметить с вами, что на протяжении всей этой главы, вот я ее изучал, на протяжении всей этой главы описывается именно слава Притху Махараджа, а также то, как Господь его прославляет. То, как он говорит ему о том, что ты реально выполняешь свои обязанности, поэтому я пришел к тебе. Ты, несмотря на то, что у тебя было столько препятствий, ты продолжал заниматься, выполнять свое служение. Вот. И главное, что сам Притху Махарадж там отвечает о том, что я хочу всего лишь одного. Награди меня по меньшей мере миллионом ушей, чтобы я мог слушать хвалу твоим лотосным стопам, льющиеся из уст твоих чистых преданных. И вот то, чем мы занимаемся здесь, мы на самом деле с вами пытаемся просто раскрыть свои уши. Просто пытаемся раскрыть свои уши. Для чего? Чтобы послушать чистых преданных, которые отсюда говорят. Вот из этой книги. И вот и все. Независимо ни от чего. Если мы будем это делать, это победа. Потому что Притху Махарадж, он выполнял свои обязанности, и сам Господь пришел к нему. Давайте проведем такую аналогию. Вот какое вообще это отношение имеет к нам, Притху Махарадж? Вот как вы думаете? Вот вся вот история его жизни, какое она имеет отношение к нам? Просто к обычным, совершенно никчемным, может быть, да, в чем-то. Брамачари из Ашама, да, или там Грихаск, или просто преданных прихожан. Просто мы живем в городе Москва, сидим здесь в этих трущобах, знаете. И вот Притху Махарадж, да, такая личность. И какое же это к нам имеет отношение, как вы думаете? Какой мы пример можем извлечь? Есть у вас понимание? Вот. Как это вообще применимо к нашей жизни? Что он такого сделал, что на самом деле нам реально можно сделать? Не что-то такое заоблачное, а то, что реально достижимо. Как вы думаете? Да, Артур? Да. 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 И у него свои были трудности, у нас свои. И суть в чем? Суть в том, что Притху Махарадж выполнял свои обязанности. Он выполнял свою дхарму. То есть, смотрите, дело не в том, что, знаете, вот нам надо всем стать как Притху Махарадж. Мы никогда такими не будем. Не надо пытаться имитировать садху. Часто мы думаем, что вот есть какие-то лидеры, и мы пытаемся просто их имитировать. Такого не бывает. Мы должны каждый понять себя, осознать себя, и тогда мы будем развиваться. Первое, что нужно сделать в духовной жизни, для этого нужен брамачари ашрам, или нужна подготовка перед тем, как стать успешным, да, лидером. Нужно осознать себя, понять вообще, а кто я такой. И когда я понимаю, кто я такой, тогда я могу делиться собой с другими, делиться своим пониманием, делиться именно как бы не чем-то искусственным, а живым, настоящим, потому что я являюсь душой. Если я являюсь душой, я делюсь вот, ну, реально тем, что у меня есть на душе, то естественным образом я выполняю свою дхарму, санатан дхарму. То, что мне говорит Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада говорит: пойми, ты не тело, ты душа. Жизнь прекрасна, хороша. Действуй не спеша, все будет нормально. Понимаете, Шрила Прабхупада говорит это. Действуй в гуне благости, повторяй Хари Кришна. Он нам дал все наставления, понимаете, в этом преимущество. И Притху Махарадж в те времена, он удивительным образом выполнял свои обязанности. У него там была другая дхарма, поймите, но он их делал. То есть он выполнял свои обязанности царя. И он настолько эффективно их выполнял, что он даже подчинил себе всю землю добровольно. Сама земля склонялась перед ним в поклоне. Представляете, какой царь, какой лидер. Он просто так служил земле. Вот представьте, когда вот земля — это же мать, да? И вот так ты служишь матери, что она как бы хочет служить тебе, она хочет тебе помогать. И вот Притху Махарадж настолько был сильным кшатрием, что он просто своим вот этим вот благочестием, своим вот этим вот рвением, обязанности выполняя, заботясь обо всей земле, он просто завоевал ее, понимаете? Вот мы каждый стремимся к чему-то, к каким-то завоеваниям, да? А вот у Притху Махараджа такая была цель. Он хотел завоевать всю землю любовью к Богу. И он это сделал. И сама земля как бы подчинялась ему. Он просто мог делать, что хотел. Вообще, что хотел. Хочет дождь, хочет не дождь. Но он понимал, что он должен выполнять свои обязанности. И суть в чем? Суть в том, что когда человек, он не выполняет свои обязанности, ему не дается ответственность. Но когда Притху Махарадж постепенно, так сказать, понятное дело, что на воплощение Господа, там все было не постепенно, но там была определенная история. Как это все развивается, как эта вся история про Индру, ну и так далее. И Притху Махарадж, он постепенно завоевывал доверие Господа. И в конце концов мы видим, что Господь пришел. Господь пришел к нему и показал, что смотри, я тебе доверяю. То есть когда Господь приходит, для нас это высшая цель. То есть мы хотим, чтобы Господь пришел в нашу жизнь. И поэтому мы выполняем свои обязанности. И какие обязанности мы выполняем? А у нас нет других обязанностей. В Кали-Югу все стало намного проще. В Кали-Югу все стало намного проще. Нам надо просто повторять Хари Кришна. И все. Громко, вместе.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Никаких других обязанностей. Представляете? Просто повторяй Hare Krishna и будь счастлив. Это наша практика. Но тяжело поверить в это. Нам надо все проверить, нам надо все попробовать. Пока мы к этому придем. Это реально, это факт. И одно дело повторять, другое дело, как повторять еще. Как повторять? Надо повторять точно так же, как Приху Махарадж выполнил свои обязанности. Надо повторять очень четко. Очень четко. Надо повторять так, как говорят авторитеты. Подобно этому Приху Махарадж, он реально, реально все делал авторитетно. Знаете, вот, ну, авторитетно делал. Так и здесь. Поймите, друзья мои, точно, Володя не зря чихает. Будь здоров. Вот. То есть, поверьте, поверьте, если мы будем просто примем авторитет этого процесса, да, будем повторять как надо. Знаете, делай как надо, и будет как надо. Вот, все очень просто. Результат обеспечен. Все очень просто. Надо просто повторять вместе для Господа. Это очень сложно. Почему? Потому что ложное эго нам не дает. Ложное эго, оно как действует? Оно, вот смотрите, такая удивительная вещь. Как действует ложное эго? Ложное эго, оно начинает проявляться, и оно нас отвлекает от санкиртаны. Оно нам говорит очень много фактов, таких процессов, что ты пойми, у тебя же столько вообще обязанностей как раз. Ты же должен быть как Притху Махарадж. Ты должен все делать. Ты должен все выполнять вообще. Ты же почитай Бхагаватам. Даже такое ложное эго можешь придумать. Ложное эго, оно даже оно страшнее, чем ум. Почему? Потому что оно делает все так, что ты даже не замечаешь. Ты просто живешь и все. Просто живешь в материальном мире. И тебе кажется, что все нормально. Вот это самое страшное, понимаете, преданные. Мы живем в материальном мире, кажется, все нормально, все хорошо. Можно вот от этого отказаться. Тут можно не выйти на санкиртну. Тут можно мантру не повторить. Тут можно служение не выполнить бескорыстно. Можно. И у меня же, я же там муж, я жена, я там дочь, я там отец. Мне надо эти обязанности выполнять. И это самая большая проблема. Это невозможно выполнить по-настоящему в сознании Кришны, если мы не связаны с Кришной. Мы не сможем этого сделать просто. Мы будем все время биться об одни и те же грабли. И Притху Махарадж, как вы думаете, в чем его преимущество? Он ничего не делал, как царь. Он вообще не был в этом заинтересован. Он был настолько отречен. Если вы изучите эту главу, вы поймете, что у него, знаете, как это. Вот вы когда-нибудь играли в спектаклях? Поднимите руку. Да? В спектаклях. Когда-нибудь выступали, да, на сцене? Вот согласитесь, когда ты выходишь на сцену, да, или садишься на эту асану, да, которая предназначена для Вьясадевы, то появляется какой-то образ в сознании, какой-то, знаете, такой, полномочность приходит. Такой, знаете, определенный, как бы, ну, раз, камуфляж. Это роль. И также в материальном мире мы сюда вошли, и, знаете, вот чистая душа такая, знаете, она одевает такой пиджак, такой пиджачок. Такой, знаете, люди любят ходить в пиджаках. Знаете почему? В материальном мире. Потому что это роль. То есть ты одеваешь пиджак, и чувствуешь, я бизнесмен. Или я там, ну, политик, да? Реально, вот почувствуйте. Я вот реально, я вчера попробовал, как бы. Мне пришлось там, ну, у меня там, я хочу проповедовать там в обществе. И мне пришлось одеть пиджак. Первый раз за 7 лет, короче. Вот. Я вам честно скажу, это работает. Это как скафандр, короче. То есть на самом деле в этом мире все влияет. И когда мы пришли в этот мир материальный, мы тоже одели такой пиджачок и брючки. Нам просто надо было себя как-то отождествить, чтобы наслаждаться. А вот эта вот книга, она промывает нам мозги. То есть Шрила Прабхупада об этом и говорит, что вы не есть это тело. То есть мы на самом деле не есть это отождествление. Мы должны понять, что на самом деле нас в этом мире ничего не держит. Нас ничего не связывает. Нам просто надо повторить Харе Кришна. И если мы что-то делаем, то это просто наши обязанности. И все. Да? Просто обязанности. Кришна говорит Арджуне: Арджуна, ты пойми, ты что тут привязался-то вообще? То есть он его от ложного этого отождествления избавляет, этой скорби. Вот эта скорбь нас все время одолевает. Он говорит: Арджуна, ты очнись, ахстись. Да? Карпанья доша, пахата сабхава, очнись. Ты что? Ты просто повторяй Харе Кришна. Ну, он не так ему говорил, но ты просто выполняй свои обязанности. Это для нас и есть Харе Кришна, понимаете? Нет разницы. Мы Бхагавад-гиту можем слушать каждый день. Если мы Маха-мантру повторяем с вами, реально, продолжаем повторять, несмотря ни на что, то мы выполняем свои обязанности. У нас нет других обязанностей, поймите. Нету других обязанностей. И мы не должны себе создавать иллюзии, что какие-то у нас есть еще обязанности в Кали-югу. Если мы все эти обязанности придумываем, то получается, что
то мы эту обязанность не успеваем выполнять. Понимаете, в чем идея? Что в этом материальном мире есть границы. И если мы направим свое сознание на это, то тогда мы не успеем здесь. Если мы направим на это, мы не успеем здесь. Поэтому наша задача на что направить свое сознание? На Харе Кришна. Все правильно. Вы угадали секрет успеха в духовной жизни. Просто направить свои усилия на Харе Кришна. И не просто на Харе Кришна, а в обществе преданных. На Санкиртана Ягию. Вот, которую сейчас запрещать пытаются. А зря. Ее не запретишь. Санкиртана Ягия не зависит ни от чего. Поэтому мы просто должны понять, а какое время я уделяю этому процессу. И все. И Арджуна в Бхагавад-гите подумал так. Я не буду санкиртану совершать. Я не буду сражаться. Вот и все. Он подумал так. Ну я же кшатрий. Или там я не кшатрий, я там царь, я там то, я там все. И вот его ложное эго подвело. Ну знаете, подвело. Но для этого есть священное писание. Поэтому наша задача просто промывать свои мозги. Однажды Шрила Прабхупада приехал в один из городов, и ему говорят: Шрила Прабхупада, вы что тут приехали? Людям засорять мозги своим Харе Кришна? Да? Или нет? Нет, не, по-моему, не так было. А, промывать, да. И психологи, там, какие-то психиатры, вот вы там промываете мозги людям, там то да сё. А он говорит: да, конечно, я промываю мозги людям. Конечно же. И это очень важно. Вы их засоряете, а мы их промываем. Понимаете? Вы их засоряете, а мы их промываем. Поэтому, друзья мои, это очень важное служение. Промывать свои мозги, изучая священное писание. И повторяя Харе Кришна. И что произойдет? В какой-то момент мы вдруг поймем, что все это просто роли. Знаете, весь этот мир — это игра. Реально. Это просто аттракцион. Да, это аттракцион. Смотрите, что происходит. Мы рождаемся в этом мире. У нас появляются какие-то роли. Да? И если мы успешно выполняем эти роли, то мы чувствуем умиротворение. Реально, это тоже работает. Но в Кали-югу это очень тяжело достичь. Надо обладать такой кармой, знаете. Такой кармы должна быть. Это должны быть такие родители хорошие, такие связи хорошие, общественные, знаете. И друзья должны быть хорошие. Все по карме только придет. Реально. И такой человек, ему очень непонятно. А зачем вообще Харе Кришна повторять? Понимаете? Вот в этом идея. Такой человек, у него нет вкуса. И Кришна очень милостив. Он создал Кали-югу. Представляете, какая милость. Он ее, по сути дела, позволил. Какой милостивый Господь. Не задумывались об этом? Вот если бы сейчас не все эти катаклизмы, да? Вот, я вчера вообще заснуть не мог. Гром гремит там вообще, боже мой. Гроза. Думал, квартиру снесет просто. Вот. Постоянно какие-то скандалы. Войны, голод, страх и болезни. Голод и война. Приходит в этот мир как наказание. Но Господь Гауранга дарит людям приют за страдания этой миссии Санкиртаны. То есть одновременно Господь создает такие условия, чтобы мы предались. И Он же открывает двери в это предание. Но разве это не здорово? Разве это не достойно того, чтобы мы с вами задумывались? А как же мне отдать свою жизнь Господу Чайтанья Махапрабху? Как же мне отдать свою жизнь Шриле Прабхупаде? Это же так интересно. Они же столько всего сделали уже, чтобы я мог помогать им. Чтобы я мог помогать духовному учителю и вайшнавам. Все уже сделано. Кали-юга уже есть. Правильно? Она уже есть. Она уже существует. Она людей просто вот так трамбует. Они не знают, что делать. И также есть метод успешный. Бхакти-йога, Санкиртана-йоги. Еще что надо, просто соедините вот это вот с этим. И все. Понимаете? Такой процесс-процесс. Соединение такое, знаете, синергия. И все. Книги даже есть. И даже не надо думать, как ты просто берешь и передаешь. Перекладываешь с места на место. Не надо ничего придумывать. Все просто. Для простых. Сознание Кришны просто для простых. Но в то же время у нас есть столько оправданий, да? Вспомните свой ум, да? Что он вам говорит? А? У кого есть какие приколы? Расскажите. Мне вот интересно. У кого есть определенная мантра ума? Самая основная. Вот можете поделиться? Вот мне просто интересно. Такая, знаете, на 108 баллов. Чтобы от этого всего уйти просто. Чтобы перестать выполнять свои обязанности, как Притху Махарадж. Вот. Расскажите. Мне вот просто, ну кто-нибудь, поделитесь своей мантрой, на уме которая. Что ваш ум говорит, вообще отслеживали? Да. Надо поспать. Еще что у кого есть? Какие-то мантры есть такие, знаете, у кого-то со сном проблем уже нет, но что-то другое есть. На работу надо, вот.
Да, а я ему свою мантру, хотите, скажу? У меня ремонт. Вот, такой ум, знаете, ремонт. Такой монстр, ремонстр такой. Ты понимаешь, Егор Детай, тебе надо срочно сделать ремонт. И так уже 2 недели. Какой 2 недели уже, полгода. Там то одно, то другое, знаете. Ну, то есть, это такая, знаете, у каждого свои кармические сценарии. И надо их преодолевать вместе. Надо просто избавляться от них вместе. Это и есть санкиртана. Не надо этого бояться. Открывайте сердце друг другу. Идите друг другу и говорите, ты знаешь, у меня вот такая мантра, блин, помоги. Да давай, бах, башмаком по-моему и все. Понимаете? Башмаком самого себя бить не получится. Поверьте мне. Для этого мы пришли сюда, в это общество, друзья мои. Чтобы понять, что башмаком себя бить не получится. Это все иллюзия. Не надо пытаться себя бить башмаком. Вы на самом деле не бьете, вы себя гладите просто по головке. Бить нас будут старшие вайшнавы, наши друзья в сознании Кришны. Они придут и скажут, ты че вообще, ну умеешь-то? Давай завязывай с этим ремонтом, давай завязывай со сном, иди проповедуй, иди, вот такие нам нужны друзья, такие нам нужны, такая нужна поддержка, мы должны ее искать, которые скажут, парень, акстись, ты че, ты живешь, возможно, последний раз в этом мире вообще, ты вообще не задумывался, что Господь Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы спасти все падшие души, патита павана хету тава аватара, а ты тут сидишь тут, короче, иди проповедуй, Господь тебе поможет, ты что, ему не веришь, что ли? Что он тебе придет, поможет и со строителем, и со сном он тебе поможет. Да успеешь ты поспать. Все будет нормально. Просто доверься ему. У тебя шрадха вообще есть? Ты вообще шрадху хотя бы обрел? Мы такого не делаем. Вот такие нужны друзья. Они помогут. Вот это настоящий коуч, настоящий тренинг. Вот, они должны нам помогать. И мы должны предаваться им поэтому. Мы должны говорить открыто. Ребята, я ваш. Я ваш. Помогите мне. Вот это настоящая санга. Вот это сатсанга, понимаете? Это, вот это ашам. Там, где мы просто помогаем друг другу идти вперед. Это вдохновляет, реально, это вдохновляет. Если просто есть доверие, то тогда будет прогресс. То, чему нас учат. Поэтому, ну мы немногим доверяем. Когда нас Махарадж так попрессует, мы в экстазе, да? Но когда кто-нибудь скажет нам, мы такие уже, ты что, тут не пойдет. А надо на самом деле понять, что нас Кришна должен прессовать постоянно. Тогда мы будем очень быстро прогрессировать. И дело в том, что он это делает, то есть чем больше мы ему доверяем, тем больше он это делает. Он начинает, так, знаете, вмешиваться в нашу жизнь. Потому что Кришна – изначальный тренер. Он изначальный такой, знаете, чемпион. Он делает из нас чемпионов. Он нас так тренирует, чтобы мы поскорее в духовный мир отправились. Понимаете? Это реально работает. Это реально работает. Он, Господь, Гаурасундар, он никогда не подведет. Вот он-то всегда на страже нашей духовной жизни. Он всегда с нами. Он всегда открыт. Просто надо открыть свое сердце. И когда у нас есть такие преданные друзья... Когда у нас такая санга, да, поэтому пришли в брамачари ашам, поэтому пришли в грехаска ашам, чтобы был ашам. Когда у нас есть муж или жена, или дети, они нас постоянно тренируют. Постоянно, каждый день интенсив, интенсив, интенсив. И не надо платить даже деньги, не надо проходить какие-то тренинги. Просто начните применять в своей жизни, и все. И Кришна будет доволен. Вот и все. Итак, Притху Махарадж действовал. Он принял руководство этого мира, потому что истинный лидер, он принимает руководство этого мира. Он начинает понимать, что все в этом мире, я за все несу ответственность. И если реально ты несешь ответственность за весь мир, то ты можешь стать таким, как Притху Махарадж. Но это у каждого своя кшетра, у каждого своя карма. Поэтому кто-то взял ответственность за свою жизнь и за то, чтобы уйти отсюда домой к Богу. Все, чтобы стать преданным, этого достаточно. Но в те времена были такие личности. Они понимали, я не просто возьму ответственность за свою жизнь, а еще помогу всему миру стать лучше. Вот это принцип Притху Махараджа был. То есть он хотел сделать так, чтобы земля процветала. Понимаете? И на самом деле у каждого из нас есть такой шанс. Если мы поймем, что у нас есть методы процветания, это санкиртана яги, мы возьмем за это ответственность, мы просто пойдем на улицы и будем каждый, как Притху Махарадж, чувствовать свою ответственность за всю планету, то мы очень быстро завоюем весь мир. Шрила Прабхупада однажды сказал, у меня есть один метод, как за 18 дней завоевать всю планету. И преданные спросили, как? Он говорит, вы еще пока не готовы. Понимаете? Мы не готовы, мы с вами не готовы. Но реально, вы не думайте, что все так просто. Вот эти законы, да? Сейчас законы эти издаются. Еще что-нибудь сейчас будет. Кали развивается. Но на самом деле, если мы объединимся, если мы научимся сотрудничать по-настоящему, если мы перестанем как бы, ну, создавать какие-то вот эти ложные сценарии в своей голове, мы просто поймем самое важное, что от нас ждет Шрила Прабхупада. И мы станем, ИСККОН станет как один такой кулак, то за 18 дней наступит золотой век. В том плане, в котором видел Шрила Прабхупада. Потому что мы займем свое положение. Все, что нам осталось, просто занять свое положение в обществе. Все. Больше ничего не нужно. Но для этого Кришна нас тренирует. Знаете как? Тренер готовит команду 10 лет.
к Олимпиаде. 10. И потом она за 20 минут завоевывает золотую медаль. Это принцип, которому следуют великие люди, великие тренера. И так как Кришна самый великий лидер, самый великий тренер, то он тренирует нас уже 50 лет. Понимаете? Искон 50 лет. 50. План 50. И он тренирует нас уже 50 лет. Потом он может нас 100 лет тренировать. Он просто ждет. А потом это произойдет просто вот так. Фу, и все. Понимаете, о чем я? Это надо понимать. Не нужно опускать руки. Не нужно думать, что все зря. Или что какие-то сложности. Это не сложности. Это тренировка. Это препятствия, которые помогают нам стать сильнее. И если мы будем продолжать в том же духе, мы будем с еще большей уверенностью выполнять свои обязанности. Теперь у нас есть больше шансов быть примерными гражданами Российской Федерации, быть примерными людьми, быть хорошими семьянинами, да, быть хорошими такими социально активными людьми, заниматься благотворительностью, то постепенно все пройдет. И в какой-то момент будет переломный. Это видно очень хорошо. А сейчас нам надо очень четко задуматься, а почему как бы еще этот момент не настал? Только потому, что мы не выполняем свои обязанности сознания Кришны. Вот и все. То есть мы не выполняем свои обязанности сознания Кришны. Как вы это понимаете? Что это значит? Не выполняем свои обязанности сознания Кришны. Вообще, что значит обязанности в сознании Кришны? Вот как вы понимаете? Намаручи Дживадой Вачного Сивана, да, и Хачхара Дхармана Хишуна Санатана. Неплохо. Для начала. Да. Это обязанности. Высшие обязанности живого существа. Духовные обязанности. Но я говорю об обязанности сознания Кришны. Это более широко. Потому что если мы рассмотрим Намаручи Дживадой Вачного Сивана, мы поймем, что эти три аспекта пронизывают все творение. И поэтому мы должны выполнять свои материальные обязанности сознания Кришны. Также. И потому что они нематериальны. Обязанность сознания Кришны значит, что я иду на работу, я воспитываю детей, я помогаю своей матери и родителям, я зарабатываю деньги. Но все, что я делаю в сознании Кришны. И я понимаю, что это Намаручи, что это Вайшнава Сева, что это Дживадоя. От этого сознания зависит, насколько я предан. Потому что в этом мире, кроме Намаручи, Дживадоя, Вайшнава Сева, для преданного нет ничего. Но именно это отличает преданного от непреданного, потому что преданный, оставаясь в материальном мире, продолжает выполнять свои обязанности сознания Кришны. Часто преданные путают, они думают, что я выполняю свои обязанности сознания Кришны, значит, я должен выполнять свои обязанности сознания Кришны. То есть я должен быть кришнаит. Я должен повторять 16 кругов. Я должен заниматься просто санкиртаной. И я не должен понимать, а что от меня ждет Кришна сейчас? Какие обязанности он от меня ждет? А у Кришны, поверьте, есть план. И у него есть серьезный план на каждого из нас. Вот. У него есть серьезный план на каждого из нас. И поэтому он дает нам определенную карму. Карма – это не то, от чего надо отрекаться. Здесь Шрила Прабхупада написал, что гьяни, он не становится счастлив. В этом комментарии Шрила Прабхупада пишет, гьяни не остается счастливым. Надо стать на путь преданного служения, нужно предаться лотосным стопам. А лотосным стопам Господа можно предаться только если мы займем вот эту карму, которая нам дана в преданном служении Господу. Мы поймем, как вот эту карму преобразовать в духовную, да, в а-карму. Как сделать так, чтобы мы стали чистыми преданными? Как мы можем стать лотосами посреди болота? Это очень искусство быть преданным в материальном мире. Да. Джиганат Бадев Субанар Майяки. То есть искусство быть преданным в материальном мире намного сложнее, чем искусство быть преданным, допустим, брамачаряшами. Это реально так. Потому что когда мы выйдем за порог, когда мы поймем, что такое деньги, что такое власть, что такое слава, что такое женщины, богатство, то нам будет намного сложнее. И вот здесь будет проверка. Вот в этом идея. Поэтому мы так уважаем грехаскашам, потому что грехаскашами вайшнавам приходится выполнять все материальные обязанности. И в то же время, мы должны быть очень открытыми к тому, что материальные обязанности есть любомашами. Нет такого, что материя куда-то ушла в брамачаряшами или в саньясашами. Такого нет. На самом деле она всегда присутствует. Майя Деви, она всегда рядом. И если мы отрекаемся от нее, то она нас прессует. Если же мы понимаем свои обязанности, мы выполняем их, то она становится довольна нами. И Господь доволен нами, и тогда они отпускают просто. И мы чувствуем, что у нас идет духовный прогресс. Поэтому мы не должны отрекаться. Но в то же время, как Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, сражайся, Арджуна, но при этом делай это для меня. И тогда мы будем развиваться. Тогда мы будем этот ремонт, да? Этот сон, да? Мы будем использовать сознание Кришны. Потому что вот эти мантры ума, они нужны нам не просто так. Они нужны для того, чтобы мы поняли, а какой шаг я могу предпринять, чтобы
идти вперед к Кришне. Хорошо, мне ум говорит, я хочу спать, да? Хорошо. А зачем ты хочешь спать? Я хочу спать, чтобы повторять. Харе Кришна. Хорошо. Окей, давай будем спать с 8 до 2. И все, будем спать. Или с 8 до 3. Ум говорит, я хочу есть. Хорошо, зачем ты хочешь есть? Что ты хочешь есть? И мы с ним начинаем правильно взаимодействовать, и мы начинаем просто занимать его. Нам помогает гуру, шастры, садху. Потом мы говорим, ну ремонт, зачем тебе ремонт? И так далее. Мы должны научиться занимать это все. И тогда не будет препятствий в преданном служении. Тогда мы будем чувствовать, что, по крайней мере, да, карма есть, но мы будем прогрессировать. Мы будем реализацию получать духовную. Мы не будем сожалеть потом об этом. Мы будем рады. Мы будем счастливы, мы будем делиться этим счастьем с другими. Потому что в конце концов, неужели вы думаете, что людям нужны такие отреченные монахи, которые просто ничего не делают вообще в этом мире? Да какой мы пример людям покажем? Вон Франциск Ассизский, он строил храм. И своими руками. Все монахи строили храмы. Сейчас люди строят, что-то делают. Эти всякие там появляются проекты, они там что-то делают, какой-то бизнес. И за ними люди идут. А мы должны как-то делать это для Кришны. Мы должны делать. Самое главное, не забывайте, мы должны делать. Просто делать. Делать и делать. И тогда Кришна проявится. Почему я это говорю? Я хотел в завершении сказать одну историю. Потому что была одна удивительная личность. Его звали Джинанда Тхакур. И он всегда делал. Он не думал, он делал. Он не говорил, он делал. И поэтому он был первым святым Искон. И что он делал? Он все очень просто. Ему сказал Прабхупад, так преданные говорят, надо книги распространять. Он пошел и начал делать. Пошел книги распространять. Первый. Он первый начал книги распространять. Преданные подумали, Радхаятру хорошо. Просто он начал делать Радху, начал делать колесницу. Сделал, да? Как у нас он. Акинчина Кришна Прабху взял и сделал. Классно ведь. Мы сейчас Радхаятру проводим. И другие преданные помогают. Работает. Это то, что нужно. Потом надо сделать. На такси пойти работать. Пошел он в такси и начал работать. Сделал. На такси ездил 12 часов в день. А деньги приносил в храм. Вот это вот брамачари ашрам, представляете? А мы тут еще иногда жалуемся. Бывает. И что-то на жизнь уповаем. Что тут что-то не то. Такое бывает. Не с чем сравнить просто бывает. Не хватает примера. Или, допустим, его святейшество Шрила Джайапатака Свами Гуру Махарадж. Работал грузчиком. Грузчиком. Просто грузил продукты. Иногда мясо приходилось загрузить. Что поделаешь? Ради Прабхупады. Так наши учителя начинали. Реально, факт. И также, удивительная история. Его святейшество Нитай Чайтанья Госвами Махарадж. Сам строил храм руками своими. Вот так вот. Понимаете? Дело для Кришны. Иногда приходится делать. Понимаете? Это проповедь. Это проповедь. Поэтому поймите, итог такой. Что бы мы ни делали, какие бы жертвоприношения мы ни совершали, да? Какую бы ягью мы ни совершали, какую-то пасю бы мы аскезу не несли, просто это дело для Кришны. Просто для Кришны. И для духовного учителя. Просто понять, что какую бы ситуацию мне попали, просто понять, Господь мой, я припадаю к твоим лотосным стопам. Я буду это делать, хорошо. Я знаю, если это такова моя судьба, я буду это делать. Я не буду от нее отрекаться. И просто двигаться дальше. Притом, самое главное, знаете, что нужно сохранить? Не вот этот свой статус-кво, такого чистого, хорошего такого, невинного, такого хорошего, преданного, а сохранить вот это внутреннее ощущение. Господь мой, я долгое время жил в материальном мире, забыв про тебя, а теперь я доверяюсь тебе. Я твой незначительный слуга. Пожалуйста, прими меня таким, какой я есть. Прими меня вот с этой кармой. Просто я буду просто продолжать. Я буду продолжать. Я буду повторять махамантру. Буду выполнять свои обязанности духовные, как я могу. Но буду продолжать. Постепенно, я знаю, я очищусь. У меня появится вкус настоящий, духовный. Я буду с радостью повторять 32 круга, 64 круга. Сколько-то кругов. Буду ходить на санкирту каждый день. Я буду это делать. Я просто сохраняю вот это состояние. Я знаю, однажды Господь, все произойдет. По твоей милости. По милости твоих преданных. И все. И просто ни на кого не ругаться, никого не винить. И просто продолжать. Все, успех обеспечен. Просто пройти это. И все. Это успех. И у каждого свои вот эти вот определенные испытания. Поэтому Шрила Прабхупада сказал, я не признаю вайшнава в том, кто не прожил суровых испытаний. Это так легко на самом деле. Просто сохранить свое сознание Кришны. И общаться с людьми. Бывает сложно, бывает будут люди приходить какие-то, на санкирты иногда люди приходят. Но главное, давайте сохранять это настроение. А для этого нужно изучать Бхагавад-гиту, воспевать Харе Кришна. И главное, общаться с преданными, которые постоянно пребывают в сознании Кришны. Постоянно. Ахай туке апратиха таятмасу проси дати. И служить им просто. И все.
И поверьте, не будет такого времени, чтобы вам было грустно. Всегда будет весело в сознании Кришны. Шрила Прабхупада такие. Спасибо вам большое, дорогие преданные. Я очень рад был вам поделиться своей какой-то реализацией скромной. Вот, Хари Кришна. Грант Радчимат Бхагаватам Ки Джай. Если какие-то вопросы, может просто подойти лично. Thank you.